Уважаемые друзья, представляю вашему вниманию вертикальную емкость объемом 600 литров. Значит, емкость вертикального расположения имеет диаметр 800 миллиметров, если быть точнее, 780 миллиметров, высоту 142 сантиметра, то есть 1420 миллиметров. Она оснащена, значит, крышкой, дыхательным клапаном. Крышка на данный момент не установлена, емкость абсолютно новая, заводская. Горловина срезается, устанавливается на это место данная крышка. Также емкость оснащается, значит, латунной врезкой отводом. Под нее специально здесь предусмотрены площадки для полного слива. Также можно врезку установить с разных сторон, на разной высоте. Вот, емкость, значит, может быть произведена другого цвета. Вот вам в качестве образца более светлые цвета данной емкости. 600 литров. Вот, пожалуйста, то есть емкость со всех сторон. Вот он. Также хочу отметить, что материал сделан из экструдированного сырья. Толщина материала составляет от 6 до 8 миллиметров. Полиэтилен пищевой, полностью емкость пригодна для пищевых продуктов. Вот она. Вот, полиэтилен класса food grade. Вот, также остальные емкости я вам могу показать. То есть те же 600 литров. Вот, другого цвета просто. Ну, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Огромное спасибо за просмотр.